Должен ли еврей говорить работодателю спасибо за зарплату? Какой замечательный вопрос. Ответ на него можно было заключить одним словом. Конечно. То есть там, как кажется, откуда я понимаю, этот вопрос возникает, что я работал ведь, правильно? Мы договорились о каких-то условиях. Я эти условия выполнил. Работодатель должен, естественно, выполнить условия свои, то есть оплатить мой труд. Иногда бывает это даже не совсем полная выплата труда. И люди часто бывают недовольны этим. Но если мы подумаем немножко с вами, да, что я, в принципе, когда шел на эту работу, я собирался найти себе источник пропитания. И вот я его нашел. Сейчас какой-то человек, который доставал эти деньги, который может исполнить мои потребности, то есть в конце месяца или в конце какого-то срока, заплатить мне заработную плату за то, что я трудился честно, я получаю эти деньги и должен выразить благодарность, то, что моя цель выполнена, и он был тем посредником между Всевышним и мной, который принес мне достижение моей цели. Спросим немножко дальше. А ведь эти деньги от Всевышнего? Ведь та плата, которую я получаю, этот человек, он просто посредник. Мне эти деньги, как религиозный человек, я понимаю, посланы Богом. И тем не менее, поскольку Всевышний выбрал этого конкретного человека, он трудился для того, чтобы найти эти фонды, для того, чтобы мне заплатить, я должен выразить ему благодарность. Не как человеку, который доставил мне какое-то удовольствие, который был посредником между Всевышним и мной, через которого прошла то благо, которое я так хотел. Конечно, надо говорить спасибо. Надо говорить спасибо всегда и всем за любую услугу.